По-настоящему горячая вода из крана впервые за 30 лет. Такой подарок к Новому году получили жители одного из домов Билимбай. У здания никогда не было обратного трубопровода. Решить проблему помог глава Валерий Хорев. Горячая вода руку не держит. Рука не держит. Просьба жителей целого дома в Билимбае выполнена. Из крана в квартирах, наконец, бежит кипяток. Прежде температура воды не превышала 30 градусов вместо положенных 60. За помощью люди обратились к главе Первоуральска. В знак благодарности Валерию Хореву устроили по-настоящему теплый прием. Угощают чаем и пирожками. А потом еще долго не отпускают. Сказать спасибо вышли десятки жителей. Мы очень благодарны вам. И, конечно, Светлане, что вы услышали. Да, людей. Вы услышали нас. Мы долгое время не могли добиться того, что должно быть. К нам было обращение жителей, это более 90 семей, которые получали вот такую услугу. И, конечно же, мы не могли не отреагировать на обращение жителей. Вот, был предложен план реализации этой проблемы. То, что из крана может бежать действительно горячая вода, жители ощутили всего несколько дней назад, после того, как специалисты решили проблему. Они подвели к дому так называемый обратный трубопровод. Он заставляет воду постоянно циркулировать и не дает остывать. Когда дом построили, не было обратного трубопровода. В самом доме был проложен, а с самой котельной не доходило. На данный момент котельная пробросила 57-ю трубу. И подцепилась уже к нам. Сейчас у нас циркулирует горячая вода. Труба пролегает под землей от котельной до самого дома. Это более 250 метров. Специалисты вложились в короткие сроки. Работу выполнили всего за 2 недели. Теперь пользоваться по-настоящему горячей водой жильцы могут в любое время суток. Радость с жителями разделяет депутат Александр Гильденмайстер. Этим вопросом он занимался на протяжении нескольких лет. Проблема именно горячего водоснабжения, она была самой постройки этого дома. Значит, она активизировалась, когда мы сделали на поселке, это в 2015 году, сделали на поселке все дома, как мы его называем, котел, туда провели горячую воду, вернее, обратку сделали. И остался у нас из этой проблемы только этот дом без горячего водоснабжения. Компанию проводили силами управления ЖКХ, ресурсоснабжающей организации. Поддержку оказал Первоуральский новотрубный завод. Самодолгожданная наша горячая вода. Мы 27 лет ждали ее. И вот все-таки дождались, и вот вода идет горяченькая, можно даже разводить. Наши всех жителей дома этого, всех благодарим, кто участвовал в этом. Запуск обратного трубопровода стал настоящим подарком к Новому году для почти 500 человек. Юлия Томилина, Денис Храмцов. Хроника дня.